Так, друзья, сзади прицепил эхолот, вон там вот тут он где-то болтается. Тут, короче, 3 метра глубины, рыбы полно. Ну, походу, она здесь стоит, как бы зимует. Мы плывем дальше. Да, как вы заметили, плыву я немного неправильно. Пока тренируюсь. Лодка не так давно у нас. Капец, друзья, хотел вам показать. Смотрите, сколько утки летает. Это все утка. Просто огромные стаи тут, я не знаю. Разлеталось ее много очень. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 19, 20, 21 штука. Вон взлетела стая уток, штук 50, наверное. Ну, прикольно. Вот она летит. Все утка вот эта вот. Если вам видно, конечно же, вот. Вот еще взлетело. Штук 20. Всем привет, дорогие друзья. Вот мы выбрались на рыбалку. Сегодня у нас будет, так сказать, открытие по ловле карася с лодки. Вот на поплавок будем ловить, пытаться вот под этими камышками. Сейчас закормлю, ну и все буду показывать. Вот у меня появилась наконец-то лодка, папа купил. И это очень круто, я вам могу сказать. На лодке выплывать и так себе спокойненько ловить, где хочешь, как хочешь. Ну, в общем, так. Все, будем сейчас начинать потихоньку. Разлаживаться, замешивать прикормку. Но я вам покажу все. Давайте начинать. Для начала замешаем прикормки. Взяла прикормку такую, фанатик король-мотыль, зимнюю. Сейчас ее возьмем. И добавим такой темной прикормки, уже готовой. На леща, но будем ловить карася. У нас не по правилам. Высыпаем немного. Да или все высыпем, а что тут 400 грамм. Это, в принципе, немного. Мусор, конечно же, забираем с собой. Ничего на водоемах не выбрасываем. И немножко, буквально, вот такой вот тут лещевой прикормки, темненький. Добавим ее тоже немного. Вот, я все смешал, получилась такая вот прикормка. Сейчас добавляем воды и перемешиваем. Вот у нас получилась такая прикормка. И лепится, и ломается спокойно. Так, одна удочка у меня такая. Не знаю, трехметровая, с катушечкой, баллонская удочка. Тест от 10 до 30 грамм. Ну, для поплавка как раз отлично. Здесь такая оснастка, самая стандартная. Здесь такой грузик, с двух сторон стопорок, ниже поводок с крючком. Крючок 10 номера, по-моему. И выше два стопорка и поплавок обычный. Сейчас мы здесь поменяем его. А то мне этот не очень нравится. Возьмем вот такой тут яркий. 1 грамм. Думаю, будет отлично. Ну, в принципе, вот поплавочек здесь недалеко, если вам видно. Вот я удочку на него показываю. То глубину... Глубина здесь где-то так и есть, 3 метра, как сам спиннинг. Так, все. Одну удочку выставили. Сейчас вторую по-быстренькому тоже разлаживаем. Только у меня вторая маховая. И будем закармливать. Так, удочки я разложил, уже глубину померил, все готово, осталось доувлажнить прикормку и закормить. Правда, это надо было сделать раньше, но, имею в виду, надо было сначала закормить, а потом удочки разлаживать. А у меня получилось все наоборот. Все, теперь катаю вот такие вот шарики и закармливаю. 4-5. Еще один шар. Недалеко. Так стал специально, чтобы не надо было бросать сильно далеко. Так, по насадке. Один у меня такой опарыш пинка. Там обычный червяк. И немного мотыля осталось. Он уже тут такой подуставший. Ну все, так, сейчас на одну удочку поставим
червяка с опарышем, а на вторую просто мотыля. И будем забрасывать. Вот такой вот тут смачный пучочек мотыля. Забрасываем. Все, удочки в воде. Теперь ждем поклевочек. Если они, конечно же, будут. А то еще рано для карасика. Ну, посмотрим. Пока, друзья, ничего не ловится, я сижу тут, чаек попиваю. Не знаю, что-то вообще ни одной поклевки не было, хоть и закормил. Еще раз докармливал и плавал уже по водоему. В других местах пытался ловить, и все равно не хочет. Не знаю, какая-то невезуха у меня. Но ничего, пьем чаек. И буду уже, наверное, собираться домой. Фу, какой горячий. Да. Наверное, рановато еще для карасика. Чё-то тороплюсь я. Штука начала февраля. Я уже пытаюсь карася ловить. Еще и на ставке. Все, народ, плывую. Ничего не поймали, но, видимо, не в этот раз. Хоть поплавал, изучил водоем с эхолотом, обошел тут весь этот водоем, так что летом тут будут крутые видосики и на карася, и на карпа. Ну, тут карп тоже есть, да я его и ловил, правда небольшого, такого до кило, но должен быть и за кило, такие трешки. Не, мур тут даже есть, говорили мне. Ну, в общем, и все, я и выплыл. Не знаю, буду вылаживать, не буду. Это пустое видео. Ну, посмотрим. На этом все, друзья. Пишите комментарии. Вылаживать еще такие видео или нет. Ну, я, конечно, постараюсь не вылаживать, но... Что делать, если много таких рыбалок, и их тоже нужно показывать, потому что... Не на каждой рыбалке получается приехать и наловить рыбу и снять для вас видео. И такое, к сожалению, очень часто. На одну хорошую рыбалку надо съездить 2-3 пустые вообще. Ну а так, на этом все. Все, всем пока.